Привет моделистской братве, aka Crazy Russian. Я решил отдельное видео сделать о креплении мотора. Немножко необычно. И я думаю, что такого я не видел. По крайней мере, я не разбирал Atlas до такой деталировки. Это Atlas Genset. Что мне не понравилось в конце стрима, что вся конструкция вот здесь начала ходить ходуном. Вот эти вот направляющие, это пластмасска. Я посмотрел инструкцию и заметил две такие втулки от прилива на этом fuel tank. Отсюда он не снимается. Я пытался, но что-то очень было сложно. И два винта вот эти здесь идут в приливы в эти. Так, теперь снимаются тележки. Снимаются карданы, они на таких клипсах здесь. В карданном валу, скажем, переходы такие, они здесь как клипсы. Так, эти две клипсы, все, тележки падают вниз. И здесь очень мощный такой хороший пластик, мне нравится. Его можно сломать, но он одновременно гибкий и очень мощный. Аккуратненько поддеваете мотор с одной стороны, потом с другой, и он выходит. Вот таким образом оторвалась эта штука, но это просто приклеено. Больше никаких проблем не было. В общем, таким образом и вот эти вот пайки здесь. В общем, сейчас я думаю, что она просто отвалится, да. То есть это не годится. Я буду делать свои провода, чтобы было все четко и как мы пытаемся делать по уму. Вам, ребят, успехов, удачи и всего наилучшего. Давай.